Итоги первого периода подводит защитник команды «Северсталь» Никита Хлыстов. Никит, твой комментарий по первому периоду. Хороший период. Обоюдо острый. Нам получилось забить. Хорошо. Играем дальше. У команды появилось преимущество. Какие основные ошибки не стоит совершать в игре против «Спартака»? Главное не допускать своих ошибок в своей зоне. А так в хоккее без ошибок не бывает. Поэтому главное играть. Все. Спасибо. Thank you.